Всем приятной жизни, это Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Меча и Магии 5. Так, я иду в замок, чтобы купить эту. Я просто, знаете что, я не хочу пока выходить на поверхность, там хозяйничать. Я хочу пойти теперь... Так, во-первых, надо загрейдить вот этих. Во-вторых, надо... Блин, а что надо для грейда Дрейка? 15 этих и 20 этих. А тут 5 ртути. Блин, ну ладно. Хотя 5 ртути, на самом деле, давайте зарезервируем. У меня 59. Как бы можно парочку... Это самое. Вот уже 3 ртути. Ну и давайте за денежку купим еще 2. Блин, 10 тысяч потратил, охренеть. Ну ладно, у нас просто бабла очень овер дофига, поэтому... А я что-то не понял. А фиг ли у меня вот так вот стак? Так, 2 ассасина не смогли купить, но это ерунда. Главное, что купили остальное. Все, затарили полностью армию на фул. Так. Текс. Поехали дальше. Тут меня... Ну, сейчас еще меня будут отвлекать. Ну, ничего не поделаешь. Текс, зацепим флаг. Зацепим... Не флаг. Так, выносим этих. Ну, тут без потерь все пойдет. Текс, поехали. Отхватим шахту. Пропускаем ход. Вот что интересно, мне, знаете что, это же, по-моему, вторая миссия, да, по счету? Ну да, вторая. Вот, если я не туплю, хотя, может, это и не вторая, да пофиг на самом деле. А, просто даже если это третья миссия, не суть, мне тут как бы сразу дали такой отстроенный замок. Просто, о, а фурии это загрейженные, да? Вот отлично, что они к нам присоединились. А, просто в следующих миссиях мне тоже будут давать сразу отстроенный замок или нет? Это как бы, ну, я к чему говорю, то что, ну, как-то неинтересно получится. То есть сейчас у нас уже замок получается полностью отстроенный. Мы тут, я так понял, даже слезу Асхи найдем. Ну, у нас квест на эту самую. Ну, сейчас походит оранжевый. У нас квест, вот смотрите, Мать Тьмы в Вирбите построить. А, кстати, а это Вирбит? Да, это Вирбит. То есть Мать Тьмы, она строится от слезы Асхи. Ну, с помощью слезы Асхи. Так, ну этот, понятно, стреляет хорошо. Вот, и как бы, ну... А в следующих миссиях мне придется отстраивать... Если мне придется отстраивать замок, то... как-то грустновато получится. Текс, ладненько. Преследовать. Опыт нам пока нужен. Мы... 1000 опыта лишней не будет. Спеллпавер лишним не будет. Или что, знание, что она дает это самое? Колдовство, да. Спеллпавер. Так. А, так все получается. Тут больше некуда пойти. Мы как бы, то есть нам, по сути, только наверх и идти, да. Ну, хорошо, прошлись, все захватили. Я вот только не знаю, идти мне сразу ли или мне не идти. Так, ну ладно, я думаю, мы вызовом подкреплений притащим себе армию, тем более, что тут есть этот самый колодец, так что нормальная тема. А, кстати, а у меня Капитолий стоит или нет? Что-то я вот не обратил внимания. 13 тысяч, 17 тысяч, да, Капитолий стоит. Так, ну давайте сейчас тогда это самое, сколько тут, ну на 17 тысяч, ну ладно, нормально. Самых основных сейчас это. Блин, меня бесит то, что он... Так, давай вызов подкреплений. Оп. Оп. Оп, так. Так, все, пропускаем ход. Сейчас восстановим ману, а то у нас 76 из 90. И короче, как-то так. Текс, ладно, поехали наверх. Верхний этот. Верхний. Хотя, на самом деле, зря я на колодец заходил. У меня же реген ежедневный есть. Пока бы я как раз дошел, он бы зарегенился. Ну ладно, не суть.
по сути, не суть. Так, кстати, еще у нас 8000 есть. Я думаю, стоит докупить это самое, армию. И кастануть еще вызов подкреплений. Вот, так как раз будем идти и докупать. Ну, там уже по мелочи осталось, нормально. Нормально, нормально. Так, все, давайте снесем этих магов, возьмем такую шахту. Магов преследовать не будем, они опасны. Они, ну, точнее, они-то для нас не опасны, в том плане, что они там убить могут или еще что-то. Стрелками на 20% я, пожалуй, развитую логистику возьму. Мне пока принципиально дальность хода, ребята, а не все остальное, поэтому буду брать развитую логистику. Так. Что еще? Вот тут еще стоят вампиры, но я тут вижу единорогов, охраняющих кучки золота. О, это золотая шахта, как хорошо. Так, давайте только вручную, я не хочу отдавать курий. Вот. Так, но единороги не добегают, наши фурии, к сожалению, тоже никуда не добегают. Ну, мы им вейт сделаем. Этим тоже сделаем вейт. Так, а что может колдовать это? А, рассеянность. Что они сражаются, некоторые забудут выстрелить или нанести ответный удар. Да ладно, давайте, наверное, по девятке просто шандарахнем. Так, отпор нет, и плюс фурия вернется на базу. Ляп. Круто, да? 6, но я думаю, мы тут справимся без магии даже. Потому что он дракон. Дракон убивает, как бы. Вон, и эти убивают. А я не знаю, как он, кстати, фурии потерял. Они же, по идее, им не отвечают. То есть. Я бы понял, если бы им еще отвечали, а так я вообще не понял. Так, замечательно, замечательно, великолепно. Захватили хорошую шахту. Так, ну вампиров можно преследовать, это без потерь будет, 1000 опыта не лишнее. Так, ну ладно, сейчас пока не буду ничего покупать, ну, в смысле, из замка выдергивать войска, уже подождем пока. Так, есть. О, тут какая-то палка. Что за палка? Трезубец. С помощью молнии на 50% у нас есть молнии. Ну, два этих я, естественно, не отдам. Вот, мне по кайфу, когда вот так вот они побежали, чмякнули. Нормально. Ужасающе. Так, ладно, фигач по ним. Блин, 5-10, но они же не добегут никуда. Зачем нам... Блин, а чё наши так далеко ходят-то? Я не совсем понимаю, ну ладно. Я думаю, мы тут даже без магии абсолютно справимся. Вполне. Потому что эти вейт фурии, давайте. Ну и все, Дрейк сейчас зарешает. Не зарешал. Ну, лучники. Ну не лучники, так эти наездники. Вот, так, замечательно. 1600, так, берем трезубец титанов. Кстати, у нас же артов нету, да? То есть это единственный пока арт, который мы взяли. Так, хорошо. Начало недели танцующих с клинками. Блин, ну тут я не буду передираться, потому что... О, давайте искусную логистику возьмем. Чё мне так прочнее камня хотят это самое за...
задвинуть, я не знаю. Кстати, этот же чувак может самоцветов, ну, 500 монет тоже неплохо. Так, во, пойдемте-ка мы сюда, сейчас завалим вампиров. Я ж так понимаю, тут у нас идти больше некуда, да, там тупик. Ну да, тут все мы сделали. О, мы что-то можем даже построить, слушайте, а что это? А, гильда 4 уровень. Ну, замечательно. Так, надо бы еще в замке этот. А, ну или пофиг, на следующий день купим, какая разница. Текс, давайте, наверное, все-таки купим армию. 29 косарей, ну, нормально. Блин, вот бесит, когда они негрейженных покупают. Ну, пофиг. Вызов подкрепов. Так, дракона перекинули, гидру перекинули, этих, этих, этих и этих. Так, ну более-менее нормально. Сколько у тебя? А, во, у нас тут регенка маны есть. Так, хорошо, сейчас возьмем форт и ништячок. Текс. Давайте возьмем просветочку. Просветочка что-то нифига не открыла, по сути. Но он деревянная шахта. Разве что... О, обелиск! Обелиск. Так, обелиск это хорошо. Ну ладно, я пока пойду... Да, этих преследовать, они без потерь сносятся. Пойду все-таки зацеплю шахту, чтобы уже... Ну, это как бы угол карты, чтобы нам сюда уже не возвращаться. Так, а теперь пойдем за обелиском. Блин, а тут тоже рисуется какая-то шахта, я только не пойму, где она. А, вон она за горой. Ну, туда мы не дойдем, наверное. Так, ну ладно, сейчас снесем этого чувака. И нормалек. Чи купить еще этот самый, купить всех существ. Во, все, наконец-то мы купили всех. А фиг ли они купились-то? Почему покупаются не загрыжены? Че за бред? Так, ладно, давай этот вызов подкрепов, уже всех зацепим до конца. Фурий там всех, все. Как раз забежим на фонтанчик. О. И все, и мы готовы в бой идти. Так, отлично, отлично. Блин, конечно, у чернокнижников за счет это самое, за счет темного ритуала. Ну, тут и так у меня особо проблем с маной нету, ну. А что это такое? Кулон ледяных объятий. Ля, тут реально даже артефакты такие выпадают. Так, ну ладно, давайте вручную попробуем. Может, меньше потерять получится. Файт. Так, 1-2. Вот этих надо снять в первую очередь. А что у них там? Ну, подожди, wait. Так, что умеет этот самый? Так, дайте мне хаос. Значит, 240. Сколько он нанесет? 287, видите, с бонусом. Вот. А вот если, например, бить, вот видите, у них как бы каменем они дружат, то 144, хотя на самом деле камень... А, ну 144 он и бьет, то есть он как бы без бонуса нанесет. А вот этот 240, но нанесет 287, видите, в чем прикол. А молния 357, 329, ну, чуть-чуть по сопротивлению. Так, кстати, а еще что у нас есть огонь? 238. Короче, кольцо, а ледяная глыба. Короче, на мой взгляд, кольцо холода самый оптимальный вариант. О, а ты лети в этих верхних, фигать, Дрейка. Убил Дрейка!
Не, подождите, мне не показалось, он убил Дрейка? Два этих чувака убили Дрейка или как? Подождите, если это так, то я не буду... А ну-ка, стоп. 1, 1, 2. Ну, давай 1, 2 лучше сюда. Этот от яда помер. Он, блин, не мог убить Дрейка. Нет, то все ерунда, то, что там он зарядил. Подождите, и главное, чтобы Дрейка не было потеряно. Да ладно, а схренали? Блин, ну ладно. Загрузим автосейв. Вот, загрузим автосейв. Я, честно говоря, был немножко удивлен. Так, а что мы тут можем построить? А, гильду магов. 5-й левел. Так, докупа. А, ну тут уже... А, так это я уже все сделал, то, что хотел. Что-то я не понял, почему он убил Дрейка, но ладно. Так, ладно, без потерь тут не получится. Это, видимо, один фаербол, пофигу вообще. Захватываем. Открылось, а сколько ж обелисков-то надо посетить? Вопрос. Вопрос, сколько надо посетить обелисков, чтобы найти Грааль? Ну, ладно, потом посетим все. Блин, конечно, с Дрейками меня, честно говоря, очень удивила эта ситуация. Клон ледяных объятий. Так, ты ж одел его, да? Да, он одел его. Так, открываем эту. А, у них навык стрижающий меч. Они всегда убивают минимум одно существо. То есть в случае с драконами это, конечно, было плохо. О, лук из рога единорога. Наши смогут стрелять без штрафов. Ля, они плохие. Тут эти ништячки-то лежат. Луки всякие из рогов единорогов. Прям это, компания, ну, интересная. Блин, ну зачем одного этого потерял? Ну как так? Рассказывай, как так получилось? Так, а это ж, по-моему, не стрелки. Или стрелки? Нет, не стрелки. А, ну тогда тут вообще изи-бризи или мат-сквизи. Блин, эти у меня стоят. А чем их можно долбануть? 357... 142. Ага, молнии они не это самое. Так. 431. А вот вода 431. Вода, по-моему, идет с бонусом, да? Да, так, 360, а так 144. Так идет, сколько идет. А огонь? Огонь тоже. Водой надо бить. Сколько? 360, 360. Ну, берем тогда вот так. Вот, да, водой. То есть на них нарисована вода, вот на них как раз нарисован тот ресурс, которым надо их... Надо их да, слушайте, магия хаоса на самом деле неплохо это самое. Давайте мы искусную сразу возьмем тогда. Блин, надо было бы, конечно, основы нападения тоже зацепить. Ну ладно, раз уж мы колдуем, то пофиг. Так, а этих по этим, по идее... А, ну эти лучники. Да, они лучники. Так, ну давайте кидаться. А лук из рога единорога я не одел? Блин, я не одел, по-моему, лук. Так, у них стоит почему-то огонь. Неужели они от огня 120? Нет. А чё у них стоит огонь тогда? Вот, 475. Они ж от воды дохнут. Он их даже передвинуло по шкале хода. О, хорошо, за бонусный ход этим получили. Дрейки, так, вы пока ходите. Так, я надеюсь, дракон не погиб. Нет, все нормально. Что-то я не совсем понимаю, как вот эти вот значки на панели работают. Ну, что-то как-то так.
Так, есть два варианта. Либо в портал, либо через тот порт продуваться. А, ну портал тут, в принципе, ничего путевого. Просто немножко денежков. 1000 золота. Вот эта штука.